Всем привет! И сегодня на канале «В стране чудес» будет очередная веселая распаковка товаров с сайта AliExpress. А я напоминаю, что у меня на канале проводится конкурс. Условия конкурса есть видео «Веселая распаковка» номер 42. Тот, кто участвует в конкурсе, проверьте, пожалуйста, правильно ли вы выполнили все условия конкурса, чтобы потом не пришлось обижаться. К моему величайшему разочарованию я обнаружила, что некоторые люди, которые решили поучаствовать в конкурсе, выполнили не все условия конкурса. Проверьте ваши репосты, проверьте ваши комментарии и ваши ссылочки на ваши личные страницы. Ну а теперь переходим к веселой распаковке. Здравствуйте, дорогие мои! С вами опять ваша любимая Мария Ивановна из села Кукуева Мусосранского уезда. Приветики! Тем, кому не нравится ентот голос, не смотрите вы ента видео. В чем проблема? Опять начали комментарии писать. Ой, уберите этот голос, уберите! Ну чего вам он не нравится? Ну ент тоже весело. Если вам не весело, то, может быть, у вас с юмором что-нибудь не то. Ну, а нам очень даже весело. Сегодня очередные посылочки из Поднебесной. И даже есть небольшая такая малепусенькая сборная. Вот с нее, как обычно, и начнем. Посмотрим, что там нам поналожили и поналожили. Так, ну что-то немного. Чую, что там что-то не очень много посылочек. Так, что тут? Так, раз. Раз и два. Так, три, четыре, пять посылочек всего. Так, начнем вот с енты посылки. Чую я, наконец-то гибучие тапки приехали. О, гибучие, злогибучие. Так, злогибучие. Тихо, не повторять за мамкой. Так, очень злобные тапки. В прошлый раз заказывала у продавца 36-37 размер. Он прислал больше. В ем тот раз клялся, божился, мол... Вот, наконец-то. М. Размер М. 36-37. Что-то он какой-то самодеятельностью занимался. В итоге предыдущие тапки достались в подарок. Вот, Адоча, твой размер. О. Так, сейчас будешь мерить. 36-37. Вот такие вот коралловые пляжные тапки. Где там гальки всякие, каменюки на пляже. Самое то, что надо. Тигровые. Одевай свои тигровые тапки. Посмотрю, как там пятка. Давай вторую надень. Так, побыстрее. Не задерживайте. Ну-ка, как? Вот теперь с пятками все в порядке. Ничего не висит, не провисает. Как себя чувствуешь, Ник? Нигде не жмет, не давит. Нормуль. Нигде не жмет, не давит? Нет. Уверена? Да. Сымай. Все, спасибо продавцу. В общем, с ним в прошлый раз договорились. Он говорит: друг, открой спор, верну тебе все деньги. Деньги вернул, повторно заказала тапки, выслал нужный размер. Так что продавец, в принципе, адекватный, договориться можно, имейте в виду. Причем именно у него енти тапки самые дешевые, именно вот с такой подошвой. Есть с мягкой, в прошлый раз показывали. Енти вот с такой вот гибучей подошвой, с гибучей. Кто не понял от слова гибкий, мы тут не ругамся матом. Мы только когда нам тролли пишут, ругамся матом. Так. Дальше поехали. Так, заказные посылочки. Так, так, ента что такое? Что-то мягкуче. Что-то мягкуче. Так, хрум-хрум. Хрум-хрум-хрум. Хрум-хрум. О, масочки. Ой. Так, масочки. Так, дружище. Энто что-то. Я-то заказывала. Там упаковка должна быть другая. Цвет должен быть белый. А он что это прислал? Ну да, каждая в упаковке. А цвет-то мы белый заказывали. И там должна быть индивидуальная упаковка и еще в упаковке. Так. Так, ну дай хоть одну примерю. Хоть одну. А ну-ка, только давай, ты примери, я на тебя посмотрю. Да, ты. Ты примери, я посмотрю, как оно. Хорошо. Вот такие маски. У нас-то вообще никаких масок нет в аптеках, ага. А ем-то вот что-то за 50 рублей брали. То есть, такая тряпочка. Так, вон, видите. Так. Тряпочный, ну-ка. Ну-ка, померяй-ка. Вот так вот одеваться, вот, да. Дай-ка я померяю. Сразу скажу, как в них дышать-то можно, нет ли? Ну как тебе? Нормуль. Нормуль? Ага. Как дышится? Лучше, чем в тех масках кисток? Да. Лучше, да? Да. Сейчас я померяю, посмотрю. Так. Так, сейчас вот. Распотрошу. Так. Угу. О! Хм. Да. Мне эти... немножко свободно. Тебе немножко свободно? Да. Ну мы тебе уши-то подтянем. Уши подтянем, все будет the best. Ну да, в этой маске полегче дышится, чем в тех кисках.
Я могу сказать, что они гораздо лучше вот этих вот одноразовых, о которых все молятся, чтобы они появились в аптеках, СМАЙ. И, насколько я понимаю, эти маски можно даже гладить и стирать. Вот в чем фишка. Ну, стирать, конечно же, вручную, но упаковка не та и цвет не тот. Так что продавец, по всей вероятности, звездюлей от нас получит. Тут он еще какие-то пипки приехали, что-то... Так что вот так. Так, убираем это в сторону. Следующее. А, закусные. Так, тут, по всей вероятности, какое-то золото-бриллианты. Золото-бриллианты, сейчас посмотрим. Что-то маленькое. Так, ох ты. Птичка-невеличка. О, их уже в наличии нету. Брали по 65 рублев. Вот кто ко мне в группу заходит, ссылочка на которую есть внизу в описании, тот успевает что-нибудь ухватить. Так, с кубическими циркониями. Вот с таким вот черным покрытием колибри. Смотри, какое красивое. Нравится тебе? Цепочка тут такая зачетная. Так, сейчас проверим, как замок работает. И все, удовольствие 65 рублев. Работает, все хорошо. Вот так-то вот. Вот, изнаночка. Сейчас нет наличия, думаю, что появится. Такой продавец, что у него бывает, что он пропадает, потом появляется. Так, птичка-невеличка, колибри. Следующее, что-то... Какие-то бусины, не знаю, сейчас посмотрим. Бусины какие-то, так. Ой, не порезать бы там что. Так, ага. Так, енто-резиночки. Так, тебе, а кому еще-то? Так, заказывала по 3 штуки каждого. По 14 рублей были. Так, или что ли тут, что такое? Так, такая... Непонятно, что. Что это? Тут всякая... Ой, там разных заказывала. Ой, блин, так. Так, ну-ка. Так, ентик. Раз, два, три. Раз, два, три. А ентик, не помню. А, это он в подарок положил. О, вот, молодец-то. Спасибо, дружище, смотри-ка. А? В подарок еще вот такую резинку положил. Вот они ведь из простых труселей. Понимаете, вот резинки-то из простых труселей делают-то. О, какие чудеса-то, а? Плетут-то, заплетают. А, видали как? Вон, крутят, вертят. Вон, какие чудеса-то закручивают. Вот эти-то клоснёвые вообще, да? Да. Вот эти. А тут-то вот эта бусина-то, вот. Вон, вообще, круть. Да. О, супер, ой, резинок. Резинок у нас вечно в море. Так, держи. Так, вот еще тут что-то. Может, еще какое золото-бриллианты. Сейчас посмотрим. Так, золото-бриллианты. Так. Ага, ой, точно. Ой, вообще, сережки по 28 рублей брали. Кому? Да кому угодно, хоть и мне, хоть тебе. Кто поносит, тот и сносит. Так, с кубическими циркониями тоже по 28 рублей пара была. Вот такие. Сейчас посмотрим, как у них тут открываться, закрываться. Так, открываться, закрываться. Так, с розовыми и с красными. Так. Так, 28 рублей пара была. Бери, не хочу. Ой, так, все супер-пупер. Так, открываться, закрываться. Открываться, закрываться. Все the best. Вот так. Кто в группу заходит, успевает что-нибудь по халявной цене хапнуть. Кстати, сегодня с утра были маски обычные по 1 центу, которые в аптеке были по 3 рубля. До того, как началась вся эта свястопляска. Со всякими коронами и с вирусами. Так, дальше. Дальше поехали. Вот тут опять очередная посылка для Маруськи. Мячики красивучие, прикрасивучие. 10 штук в упаковке должно быть. Вот они такие оранжевые. Оранжевые. Вон какие красивучие. Энти маленькие. Не те, что в прошлой распаковке были. Так, а ну-ка, сколько штук? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вон какие. Вот в прошлый раз был вот такой размер. Ага, чтобы вы понимали. И вот такой. Маленькие они, легонькие. Видите, вот они особо-то не пружинят. Но котики и собачульки с ними играются прям... Ой, души прям не чает у нас Маруся в этих мячиках. Прям вот хлебом не корми, дай мячи, дай мячи. Поэтому затариваемся ими. Вот енти маленькие они, то под холодильник позакидает, то еще куда во все углы загонит, потом достать не может. А мы откуда знаем, куда их закатило. Поэтому в прошлый раз взяла вот такие немножко побольше. Но вот у этих больно дюжа цвет красивый, оранжевый. Так, дальше. Дальше вот енту хочу посылку. Что-то тут непонятное такое лежит. Какие-то провода. О, это подогрелка. Грелка для кружки. Так, я видала такие фикс прайсу, но там картинки мне не понравились. А тут вон, жирафьем такая штукенция, чтобы кружку подогревать. Вот кто, как я, сидит возле компьютера, себе чай нольет, а потом сидит 2 часа, мусолит эту кружку, соответственно. Шнур такой достаточно, о, шнур тут мой гибучий. И он такой прям мягкучий и гибучий, хороший шнур. Прям такой неупертый, знаете, бывает такой, что, блин, колом стоит. И этот такой мягкучий. Ага, так, сейчас.
Сейчас мы ему проверку-то устроим. Так. Так, посмотрим, как он греть будет. Грелка такая. Так, ну. И чё? Греться будешь? Буду ждать надо. Буду ждать, думаешь, надо? Да. Ну, слушай. Угу. Греться? Так, ну-ка, чё, огонечки никакие не загораются. Греет, слушай, греет, потрогай. Да. Вот тут вот, в серединке, вот. Вот тут греется такой жирафь у меня. Жирафь такой. Стоит мечта. Когда же самолеты это в Африку будут летать? Ой, когда же туристы-то наши приедут? Ой, жирафик мечтает. Когда туристы в Африку полетят? О, вот тут у него уже, смотри-ка, пузико как нагрелось. Ну, не знаю, надо будет поэкспериментировать с кружкой. Ну, думаю, что, слушай, греть будет хорошо. Силиконовый, значит, не должен как-то пострадать. Ну, в общем, вон такая финтиплюшка. Картинки можно выбрать. Так, пусть пока еще в сторонке постоит, погреется. Так, дальше. Может, еще какие золото-бриллианты? Сейчас посмотрим. В маленьких пакетах обычно золото-бриллианты присылают. Так. Так, что тут? О! Это папа, если смотришь, привет. Тебе тоже заказала. Так, очень интересная штука. Ем-то... Ниточки в иголочки вдевать. Уже показывала. Уже было в распаковке. Вот эти три штуки 28 рублев стоят. Вот так вот продевать его, нитку так, и все, и готово. В общем, это нитку вдеватели. Так, что-то нам кривой какой-то один попался. Один своему папе заказала. Так, ну, подогнулась, пока ехала где-то, зацепилась. Кривое. Ну, уже заказывала, взяла на всякий случай, чтобы было. Я же запасливая тетка. Мне ж надо, чтобы запас в хозяйстве был. А то знаете, как в жизни-то бывает. Сегодня есть, завтра нет, и нигде не взять. Вот ведь, да. Ну, что там у нас еще осталось? Так, жираф. Ох ты ж, нагрелся-то, посмотри, в руки не взять. Горячий. Ой, хорошо нагрелся жираф. Так, надо срочно выключать. Единственное, что плохо, что нету включалки-выключалки. Не люблю я вот что-нибудь без включалок и выключалок. Так, ем-то в сторонку. Так, еще одна заказная посылочка у нас тут. По отслеживанию должна быть пеленка для Маруськи. Так, сейчас посмотрим. Так, пеленка для Маруськи. Небольшой размер, но такая цветная, заводная. Так, девчули, у кого маленькие деточки? Сейчас посмотрим. В прошлый раз кто-то спрашивал для деточек. Вот те, что пеленки в прошлый раз показывала. А для ребятни прям самое то, вот это то же самое, видите, только размер у нее. Дюжа шибко мал, что-то у нас в размере, что-то 180 рублей, что ли, за нее платила. Так, у нее вот размер, смотрите. Значит, 43 сантиметра на 30 сантиметров. То есть пеленка маленькая, очень маленькая, но такая красивенькая. Вот тут вот такая трикотажечка, хэбэшечка хорошая. Вот тут у них, вот видите, угол один вот такой вот, не закругленный, но... Они мягкучие, вот ем-то ткань, она не шуршачая, понимаете, она мягкучая. Вот мягкучая какая-то, вот не знаю, пленка или что тут такое, что за ткань такая. Она вот как клеенка, но она не шуршит, нервы не трепет, мягонькая. Дочь, налей, вот и сейчас надудолим здесь тоже. В общем, кому может такой размер для ребятеныша подойдет? Я брала для Маруськи, но для Маруськи такие пеленки маловаты, мы взяли побольше. Так, наливаем. Ой, так, ой, укатилась. Ой. Новая, потому что впитывают они на самом деле... Ой, хорошо, обоссалось, все. На ноги на все полилось. Впитывают они на самом деле очень хорошо. Так, это просто пока она новая. Пока новая, не хочет впитывать. Лучше сразу постирать ее. Сразу. Тем более для ребенка уж точно надо постирать. Сейчас подождем. Впитывает она хорошо. Так, ну неужели это такая плохая, не такая... Нет, все, впитывает. Принеси ту дудолину большую. Все, впитала. Это просто пока новая. Не думайте, что я тут продавцу подыгрываю. Они на самом деле очень хорошие. Прям зачетные. Все впитало. Все. Все, супер. Ничего не шуршит. Мяконько. Все. Тут все сухонько. Видите, вот. До самой клеенки протекает. Но клеенка енту воду не пропускает. Так, вот дай. Вот енти вообще зачетные. В прошлый раз показывала. Да, дорого стоят. Сейчас вот чистенько все уже стирано, перестирано уже. Маруська не один раз сюда надудолила. Так. Вот, видите, сразу впитывать. Потихонечку. Вон. Вон сколько надудолили. И вот так вот растекаться вот. Лужи такие, вот, кругами. Вот. Тут видно, что до сюда протекло, но дальше все сухо. Очень хорошие пеленки, очень. Стираются хорошо.
замечательно просто. Поэтому именно эти пеленки я могу порекомендовать не только для собачулек, но и для мальчулек, и для девчулек, для маленьких ребятюшек. Пусть сушится. В общем, пеленки зачет. Есть у продавца другая расцветка, но я рекомендую взять вот те большие, потому что размер больше, цена, соответственно, чуть побольше, но выгоднее. Ну, кому-то, может, для каких-то целей и вот такая маленькая надо, так что имейте в виду. Вот только эти могу пеленки посоветовать. Так, еще 3 посылочки осталось. Ой, теперь обоссатая пеленка у меня тут будет. Ой, блин. Так, да ее куда я тут понадудолила? Вот так хоть сложу. Так, в сторонку ее отложим. Так, тут еще, значит, на ощупь. Так, что тут еще? На ощупь. Тут вроде как пришли зубные щеточки у нас. Так, сейчас посмотрим. Так, в футлярах, так, точно. Ага. Сейчас сколько стоит, не знаю. Вон они даже повесить можно. Что-то там была какая-то лимитка. То есть прям футляр вот такой вот. Можно даже вешать. Так. Щетки зачет мега. Мягкучие, примягкучие. У кого чувствительные десны, эти щетки просто вау. Просто вау. Вообще вау. И девчули, вот для того, чтобы чистить всякие украшения. Вот эту такую прямую взяла, видите? Зигзаг, а это прямая. У кого украшения всякие, кто любит... Вот особенно камушки, вот не добраться до них. Вот эти щетки, прям мило дело. Прям мило дело. Так что имейте в виду. И вот тут, наверное, должна быть розовая. Сейчас посмотрим. Щетки зачет, мне понравились. У кого вот прям вот... Нет, точно. Розовая зигзагом, точно. Все чики-пуки. Так, у разных продавцов брали или у одного же. Ну, там лоты разные были, не знаю. Ну, разные заказы. Ну, пришло все в один день. Там где-то еще, наверное, одна у меня едет, не помню. В общем, щетки. Ой, класснёвые. Ой, прям нежнятина. Нежнятина просто. Очень мне понравились. Очень-очень понравились. Быстро будут выходить из строя. Вот прям вот так вот, вот расщепеливаться. Но, тем не менее, имейте в виду, может быть, кому-то вот для деток, для маленьких. Вот прям нежные. В общем, рекомендую щетки для тех, кому все щетки плохие, грубые, не нравятся. Вот это самое то, что надо. Далее, вот остался у нас один пакет, да? Так, ну, пощипу еще, наверное, эти диски Кумихимо. Так, только квадратные. Точно. Так, один квадратный, один круглый. Все шнурья мы плетем. Так, убрали мы пока что все это дело рукодельное. Так, один круглый, другой квадратный, чтобы плоские шнуры делать. Так что, если кому очень стало интересно, я все обещаю, все никак не могу снять. Еще сниму видео про эти шнуры Кумихимо, но чуть попозже. Попозже, мне для этого надо настроение. А я, знаете, тетка такая, что сегодня у меня настроение есть, завтра настроения нет. Угу. Потом посреди ночи у меня настроение вдруг появляется. И такое бывает так. Собственно, на Йентам сегодня все. Как обычно, все ссылочки на все есть внизу в описании под видео в инфобоксе. Не забывайте про конкурс на моем канале. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки и грозные дизлайки. Ну, а на этом распаковочке конец. Кто смотрел, тот молодец. Всем желаем мира и добра. А теперь Морозичка. Мяукай, гавкать на них, да? Будем, вот так, тролли. Маруся, тролли. Ой, ты моя золотая. Вот так вот, тролли. Маруся, тролли. Тролли на канале. Маруся, тролли. Кусь этих троллей. Молодец. Маруся, тролли. Вот так вот ты их накажешь. Вот так, да. Вот так прогонишь, да? Прогонишь троллей? Да, вот так прогонишь их. Тролли, Марусь, тролли. Что будешь с троллями делать? Ну-ка покажи, что ты будешь с ними делать. Вот так вот их, вот так, кусякать их. Убежала. Марусь, злобные тролли. Вот так ты с ними расправишься. Вот так, да, вот, покусякаешь. Затрепишь. Вот такие злобные тролли. Марусь, что будешь делать со злобными троллями?
Вот так их покусякаешь. Покусякаешь злобных троллей, да? Вот. Задай-ка им жару. Ух, задай жару. Ишь ты, пишут нам всякие гадости в комментариях. О, злобные тролли. Вот мы им уши-то пооткусаем. Да, Марусь? Ух, мы им зададим жару. Ой. Вот злобные тролли пишут нам гадости в комментариях. Ой, какие! Маруся с ними сразу расправится. И нечего нам писать гадости. Ну, ух, какие! Ух! Маруська! Ой, ой, злобные! Руки-ноги им поотрываешь. Оближешь. Покусякаешь. Ой. 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 И Маруся. Злобные тролли. Ой, косточку нашла, да? Косточка вкуснее, чем тролли. Я тоже так думаю. Конечно. Гораздо вкуснее. Дай. Марусь. Не. Маруся. На, на, не. Пофигу. Кость вкуснее. И пока-пока.